Тюмени обнаружили самовольное подключение к газопроводу. Голубое топливо от трубы поступало в десяток частных домов. При этом ранее специалисты уже перекрывали здесь подачу ресурса из-за задолженности жителей. Но собственники не вернули деньги. Вместо этого вновь самостоятельно подключились к сети. Они незаконно пользовались газом больше года. Специалисты отмечают, что это очень опасно и могло привести к трагедии. Ущерб компании исчисляется десятками тысяч рублей. Приняли решение отключить основной газопровод среднего давления, где им уже затруднит самовольное подключение. Полностью погасить задолженность, привести свое газопотребляющее оборудование в соответствие, провести техническое обслуживание газового оборудования, предоставить все документы, подтверждающие выполнение техобслуживания и подтверждающие работоспособность газового потребляющего оборудования. После этого мы их можем спокойно отключить на законных основаниях.